Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Благодарю вот ваш вас. Столик. Спасибо. Дорогие друзья, после праздничного концерта, который вы сегодня видели, мы пришли сюда на традиционный голубой огонек. Участники концерта
и наши дорогие уважаемые гости. Конечно, тот, кто смог прийти. Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Спасибо. У нас сложилась добрая традиция. Обычно в этот день утром мы идем на демонстрацию. Днем мы перезваниваемся со своими друзьями, договариваемся, кто к кому придет в гости. Ну, а вечером... Ну, а вечером мы все, конечно, садимся за праздничные столы. Я последую этому. Телефон. Муслим, будьте добры, вы ближе, возьмите трубку. Алло. Да, это я. Как? Я? Магомаев, это я. Да. Муслим, что такое? Исправитесь. Они не верят, что это я. Ну, есть единственная возможность вам доказать, что вы это вы. Как, по телефону? Да нет, нет, по телевизору. По телевизору. А, да-да, пожалуйста. Но это старая очень песня. У меня есть кое-что поновее. Да, я исполню песню Подельского «Паруса». Пьют зурбагане пиво и в кружки сыплют соль. Ты это все красиво придумала, соль. Шипит густая пена в прокуренных усах. Всю ночь поет Коперна о балых парусах. Паруса, паруса, небо алое. Чудеса, чудеса небывалые. Паруса, паруса, ветром полнятся. Чудеса, чудеса, долго помнятся. Паруса, паруса, ветром полнятся. Чудеса, чудеса, долго помнятся. В окне аллеет зорька, трактирщик не ворчит. Кричат матросы: «Горько!», а пиво не горчит. Вот это будет пара, летит из-за стола. Ведь столько лет недаром, а соль его ждала. Паруса, паруса, небо алое. Чудеса, чудеса небывалые. Паруса, паруса, ветром полнится. Чудеса, чудеса, долго помнится. Паруса, паруса, ветром полнится. Чудеса, чудеса, долго помнится. Возьмите песню эту на счастье как пароль. За горизонтом где-то ждет каждого соль. Паруса, паруса, небо алое. Чудеса, чудеса небывалые. Паруса, паруса, ветром полнятся. Чудеса, чудеса, долго помнятся. Паруса, паруса, небо алое. Чудеса, чудеса небывалые. Паруса, паруса, ветром полнятся. Чудеса, чудеса, долго помнятся. Паруса, ветром полнятся. Чудеса, чудеса, долго помнятся. Встреча на огоньке, как вы помните, началась с танца. И танец назывался... Спасибо. «Балалайка». Его исполнял ансамбль хореографических миниатюр «Сувенир», художественный руководитель, заслуженный артистки республики, лауреат государственной премии Тамара Голованова. Танец, который вы видели, это не совсем танец, а это только фрагмент из танца «Балалайка». Сегодня, в праздничные дни, когда все люди делают друг другу подарки, наш ансамбль, который так и называется «Сувенир», «Подарок», тоже получил подарок от центрального телевидения. И вот нас пригласили сюда. Мы здесь. Танец, который мы вам покажем, тоже, на мой взгляд, имеет подарочную тему. Называется он «Коробейники». Коробейниками в старину назывались люди, которые торговали различными товарами. Но коробейники, девушек, которые им особенно понравились, они просто им дарили, делали подарки. Вот вы сейчас в этом убедитесь.
я тоже получил подарок. Хороший, хороший подарок. Похож. Мне кажется, что не очень похож. Да? Нет, похож. Смотрите, похож ли? Похож. Глаза, волосы, вот подбородок немножечко. Да, ну это безразлично. Главное, что со вниманием отнеслись те, кто писали этот портрет. Конечно. Большое спасибо. И вот это навело меня на мысль. Может, мне тоже послать портреты своим друзьям, коллегам, музыкантам, певцам? Рисовать сейчас будет? Нет, музыкальные. Ах, да. Да. Можно, конечно. Знаете, это, ну, я на концерте это никогда не проделываю, конечно. Но я думаю, что сейчас у нас такая тесная компания. Довольно симпатичные все люди. Я думаю, что можно себе позволить это сделать, да? Можно. Тебя жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя жизнь и хочу, чтобы лучше ты стала. Этот подарок мы посылаем Георгу Карловичу Отцу. Голос мой зовет, голос мой зовет. Одинок я, мое сердце, с тобой встречи ждем. Ты красива и беспечна, но не забывай, красота, мой друг, не вечна. Ею не играть. Этот подарок мы посылаем в Баку Рашиду Бейбутову. Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня, и не назвал мне часа, сказала только жди. И вот с утра волнуясь, сижу у телефона, и с беспокойно сердце стучит в моей груди. Быть может, ты забыла мой номер телефона, быть может, ты смеешься над верностью моей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита. Но перестань смеяться и позвони скорей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита. Но перестань смеяться и позвони скорей. Мы узнали. И, конечно, все в этом музыкальном портрете узнали популярного композитора и исполнителя собственных песен Паллада Бюль-Бюль Оглы. Ну, а за Муслима Магомаева сможете? Да, это, пожалуй, труднее, но я попробую. Попробуйте. Попробуйте. Роза, та деста, тра роза, ogni rosa parlava d'amore. Tra roza di cesta sto gore, a
trovato la sposa per te. Ma tristo destino de rose, e più triste destino per me. Osaggio, osaggio, me lo so te perda Maria. Santo scordato rosa, diste tre rose, ogni rosa la spina teneva, rosa la spina teneva, o veleno nascosto per me, veleno che poco distrugge, e ha distrutta sta vita benché, me lasse, assaggio e me sento morir. Ah, santo scordato rosa, ah, così scordato e me, ma sta рядом со мной сидит человек, который попал к нам сюда, как говорят, прямо с корабля на бал, на телевизионный бал. Поэт Николай Доризо, он вот совсем недавно вернулся из поездки во Францию. Да, я недавно вернулся из Франции, где я был вместе с группой московских писателей. И уж так случилось, что именно во Франции... В Париже меня застал день моего рождения. Ну и как вы праздновали? Хорошо. Потому что в этот день с нами было много французских гостеприимных друзей. Они мне подарили такой большой торт со свечами. Сколько свечей было? Ну, я не женщина, могу сказать, сколько. Ну, сколько? Забыл, честно говоря. Забыл. Забыл, ну, допустим. Но самым дорогим для меня подарком в этот день... были слова, которые я прочитал на фасаде одного из парижских домов. «Вив ля Русь». Эти добрые, хорошие слова о нашем народе были для меня самым большим подарком. Впечатлений много. И я думаю, что они вызовут к жизни стихи. Ну, конечно. Николай Константинович, а вот вы сами как считаете, какие... на ваш взгляд, лучшие стихи, написанные вами за последнее время? Лучшие стихи? Да. Лучшие стихи – это те, которые я напишу завтра. Которые еще будут. И об этом
я и прочитаю стихотворение. Пожалуйста. Я все время живу накануне чего-то, накануне строки, накануне полета, накануне любви, накануне удачи. Вот проснусь я, и утром все будет иначе. То, что в жизни имел, то, что в жизни имею, я ценить не умел и ценить не умею, потому что все время тревожит забота. Потому что живу накануне чего-то. Может, я неудачник с неясным порывом, не умеющий быть и от счастья счастливым, но тогда почему не боюсь я обиды? Почему все обиды в минуту забыты? Я им счет не веду, наплевать не до счета. Я все время живу накануне чего-то. Телевидение, проблемы гостей не существует. У нас все решается гораздо проще. Никуда не нужно спешить. Никуда не нужно лететь, бежать. Достаточно просто сделать несколько шагов по студии. Правда, еще одна ночь в поезде из Ленинграда в Москву. И перед нами гость. Я с удовольствием представляю вам его. Народный артист Советского Союза Борис Тимофеевич Штоколов. Аккомпаниатор, заслуженный артист республики Евгений Лебедев. В исполнении нашего гостя Бориса Тимофеевича Штоколова вы сейчас услышите старинный романс «Гори, гори, моя звезда» партии фортепиано Евгений Лебедев. Прошу вас. Лучей твоих
властной силою вся жизнь моя озарена. Мы рады видеть здесь, на нашем голубом праздничном огоньке, наших старых, добрых, испытанных друзей. Но и не менее приятно нам видеть здесь, за праздничными столиками, в нашем кафе, и дебютантов голубого огонька. Позвольте вам представить наших гостей из Белоруссии. Вокально-инструментальный ансамбль «Песняры». В октябре этого года, совсем недавно, они стали лауреатами всесоюзного конкурса артистов эстрады. 13-го, да? Даже меньше месяца. Наверное, наши гости хотят что-нибудь сказать. Ничего, подожди. С великим задовольнением. Я особисто от себе, так само от моих сябров-песняров, хочу повиншовать дорогих телеглядачов с великим святом советского народа, святом Кастрычника. Спасибо. Возьмите, пожалуйста, трубочку. Да-да. Алло. Да. Спасибо. Спасибо. Вас также. Скоро приедет? Скоро приедет. Скоро, скажите. Скоро приедет, да. Да. Николай Сличенко скоро будет. Я же вам говорю по-русски. Скоро приедет. Хотите, по-белорусски вам скажу эту фразу? Хутко приедет. Ну, а теперь мы попросим наших гостей на эстраду. Пожалуйста. Мы споем сейчас песню, народную белорусскую песню «Ой, рана на Ивана». «Ой, рана на Ивана». Oh,
рано. Ой, рано, она и лана. Я же рано белым сыром. Ой, рано, она и лана. Ой, рано, она и лана. Ой, рано, она и лана. Чем купала, запивала. Ой, рано. Подруга, спутница моя, ты звени, как прежде, семиструнная. Я с тобой, моя подруга, песню запою, и всю грусть я позабу, всю печаль свою. Эй, моя гитара, звонкая моя, ты звени, как прежде, семиструнная. Ты звени, как прежде, семиструнная. Я хочу, моя подруга, вечно быть с тобой и встречать с тобой рассветы утра над рекой. Я хочу, чтоб ты звенела только для меня юных лет, моя подруга, семиструнная. Эй, моя гитара, звонкая моя, ты звени, как прежде, семиструнная, ты звени, как прежде, семиструнная. Ты звени, как прежде, семиструнная. Thank you.
Цирк. Мне очень приятно сейчас представить вам моего соседа, нашего гостя, которого вы, конечно, очень хорошо знаете. И не только потому, что он наш частый гость очень во многих телевизионных передачах, а еще потому, что Марк Соломонович Местечкин, главный режиссер Московского цирка, народный артист Российской Федерации. Вам слово, Марк Соломонович. Пожалуйста. По всей стране шагает сейчас чудесный наш праздник. Радостно встречают его москвичи. Они ходят друг к другу в гости, ходят в театры, ходят в цирк. А в цирк ходят даже 3 раза в день. Потому что у нас в эти дни по 3 спектакля. Но, к сожалению, это не помогает. Мы не можем удовлетворить, значит, все пожелания наших взрослых и особенно наших любимых детей. Маленьких зрителей. Ну а когда же удовлетворите желания и больших, и маленьких, всех желающих? Я думаю, что это будет очень скоро. Скоро откроется наш большой, уникальный московский цирк. Я думаю, что тогда к нам будет гораздо легче попасть. И многие проблемы будут решены. Да, многие проблемы будут решены. Будем его ждать. Марк Соломонович, скажите, пожалуйста, нашим зрителям, какой это был номер? И кто... А вот номер, который сейчас был показан, это дипломанты нашего всесоюзного смотра новых произведений циркового искусства. Это эквилибристы с обручами под руководством Эдика Бернацкого. Это молодой, очень такой свежий и приятный с нашей точки зрения номер. А сейчас вам будет показан номер такого, я бы сказал, уникального порядка. Это выступление акробатов с качелями. В этом номере одинаковые трюки делают и люди, и медведь. Вот. Это номер одинаковой сложности. Это номер под руководством старейшего мастера советского цирка, заслуженного артиста республики Венедикта Белякова. Thank you.
Музыка.